очередной мой день на озере. Вчера приезжал брат главного начальника. Ну, они здесь с друзьями пообщались, немножко поохотились, походили. Пробовали порыбачить, но карп или сазан в такую погоду вряд ли будет клевать на хлеб. Вот. Ну, сегодня в одиночестве. Сегодня очень яркое солнышко, вот даже снег подтаивает. Хотя температура отрицательная, но на солнце здесь часто бывает, что начинают сосулек капать. Шикарная сегодня погода. Настала ночь, и туман все заволок. Такой, причем так, движется так призрачно. Еще одно утро, начало нового дня у меня на озере. Вот результат ночного тумана. То есть сейчас все деревья, вся трава, камыши покрыты вот таким вот серебряным узором. И здесь это совершенно не редкость. То есть, наверное, дней 5 в неделю такая стоит красота. Снежок небольшой пошел. Опять начальство приезжало. Тут на одного меня начальников 10 или даже больше. Все приезжают, смотрят, обещают чего-нибудь сделать хорошее для меня. Кое-что выполняется, но с интернетом по-прежнему. Так что живу в прежнем режиме. Ну а к вечеру заметелила метель, уже насыпала снега. Завтра мне будет работка с утра убирать его. Ну, все интереснее, чем вообще ничего не делать. Новое утро у меня на озере. Ночью ушел снег. Вот сейчас, если вы видите, вот там вот возле дальнего садка зайчик побежал. Сейчас попробую подойти поближе. Да, он все, убежал. Зайцев здесь море, вот следы их. Бегают, конечно, они здесь не стаями. Ну, а мне убирать снег. Очень тихая погода стоит, только слышно, как журчит родник мой. Настроение у меня, блин, ну, лучше не становится. Всякое я у себе поднимать пытаюсь. Вот снимаю красиво. Красивое. Но все равно как-то без отклика, без того, чтобы этот материал направлялся куда-то к моим зрителям, мне не очень весело. Сегодня прибирался после ночного снегопада. Телефон заглючил вдобавок. Сейчас что-то самостоятельно он у меня перезагружается. И если система грохнется в нем окончательно, я ее даже восстановить не смогу, потому что интернета нету. В общем, все это мне не добавляет настроения, если честно. Я продолжаю понемногу снимать видео и монтировать небольшие ролички, но выложить их не смогу. Два ролика у меня вышло, когда я был в Кони-центре, когда был у меня интернет, выложил. Их они должны выйти уже, но остальные, наверное, уже выйдут, когда я закончу с этим местом и куда-то уеду в более-менее место, где есть интернет, естественно.